Цветы, много гостей и подарки. В отделе ЗАГС состоялся семейный праздник семьи Мусиных. В зал виновники торжества входят под марш Мендельсона. В этот день Мирза Нурмухаметович и Светлана Шайхайдаровна – жених и невеста. Как и 55 лет назад, они счастливы и сумели сохранить светлые чувства. История семьи началась в Кумертау. Светлана приехала сюда по направлению после окончания строительного училища. Мирза после демобилизации хотел поступить в сельскохозяйственный институт, но не сумев пройти конкурсный отбор, приехал в строящийся город. Здесь и встретились молодые. Мать мне всегда говорила: сынок, ты никогда не женись на учительнице и на врача. Я говорю: мама, ну какая разница, если я полюблю. Нет, если у учительницы, ты всегда будешь, значит, не безграмотным, а у врача всегда ты будешь больным. Поэтому я настоятельно женился. Он здоровый, вот как раз красивый, здоровый и такой тихий. Но сразу видно было, что хороший семьянин будет. Тогда, в молодости, Мирза Нурмухаметович и Светлана Шайхайдаровна расписались без свадьбы. Но это не главное, говорят они. Спустя 55 лет супруги обменивались уже кольцами с изумрудом. И сегодня новоиспеченных молодоженов поздравляют самые дорогие гости. Это дети и внуки. Мусины вырастили двух дочерей. Теперь бабушку и дедушку радуют два внука и одна правнучка. Дети благодарили своих родителей за любовь и достойное воспитание. И каждый преподнес свой оригинальный подарок. Можно без богатства и без денег можно жить, но без любви невозможно прожить. Мусины, в пример молодому поколению, прожили достойную жизнь. Светлана Шайхайдаровна проработала строителем более 40 лет. Мирза Нурмухаметович трудился на различных ответственных участках городского хозяйства. Возглавлял ТРЭС жилищного хозяйства. 24 года проработал на заводе «Искра». Выйдя на пенсию, трудился в должности инженера на предприятии «Акрополь». Кроме этого, он избирался председателем совета аксакалов Курултай-Башкир города. Является активным членом совета ветеранов города. В этот день семью поздравляли коллеги по общественной работе. Это очень известные и уважаемые люди в нашем городе, на которых любому человеку можно равняться. И прежде всего, это то, что они прожили вместе такую большую жизнь. 55 лет – это изумрудная свадьба. Сегодня они ее отмечают, они к ней готовились. И мы с удовольствием хотим их поздравить, пожелать им крепкого здоровья, оптимизма, бодрости, чтобы они еще дожили до бриллиантовой свадьбы и всего самого хорошего. Пожелание, конечно, долго жить, также знать, быть примером для молодых жителей нашего города. Вот так же дружно жить в семье, вот так же воспитывать детей, вот так же вложить свой труд, большой труд в социально-экономическое развитие нашего города. Поздравила пару и начальник отдела ЗАГС Айгуль Идрисова. Она пожелала юбилярам счастья на долгие годы и отметила, что такие супружеские союзы являются примером для молодых.